Всем привет, ребят! Всем привет! Сегодня мы вышли покупать продукты для Нового года. Сегодня 26 декабря. Зима наступила, очень хрустящий снег. Ладно, ребят, я вам сниму, когда мы придем в магазин. Я сниму вам продукты. Ребят, это я. В общем, мы сейчас находимся в Максим XX. Да, все сейчас маски, надо маски, ограничения такие. В общем, мы взяли мандарины, оливки и кукурузные. И кукурузу, в принципе. Вот, сейчас мы будем что-то еще брать. Снег кружит. Летает, летает. И по зёмкою клубя заметает. Зима заметает все, что было до тебя. А снег лежит, как и тогда, белый-белый, как чистый лист бумаги. И я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей разлуки. Рыцарь причального образа. Ага, ага, пошел батл. Поиграли в снежки. Да чисто. Это так весело. Ага, зима наконец наступила. Взрослые как дети сейчас. А дети как взрослые, правильно. Вот так вот слушайтесь нас. Особенно вот этого длинного. Я тоже по роже получил, бля. По фейсу. По роже. Ну лаби. Вот так вот первый день зимы снежной отметили. 26 декабря. Ура!